Я рассказал о том, что киноленту в вашем проекторе можно выбрать. И какую киноленту вы выбрали, она такая и будет крутиться. Для этого необходимо транслировать мыслеформу конечного результата систематически. Истина очень простая. Но существует еще один аспект. Есть в этой реальности силы, которые мешают человеку осуществить задуманное, управлять его своей судьбой, отыскать свою стезю. На самом деле существует на нашей планете еще одна цивилизация. Это так называемые паразиты сознания. Нравится вам такая реальность или нет, но это реальность. В тонком мире обитают энергоинформационные структуры, которые я называю маятниками. Они образуются, когда группа людей мыслит в одном направлении, захвачена какой-то идеей общей, будь то телевизионный сериал, какое-нибудь шоу, работа или увлечение. Мысленная энергия не исчезает бесследно. И когда группу людей объединяет одна общая идея, их мысли синхронизируются. И тогда в океане энергии образуются энергоинформационные структуры, которые начинают развиваться самостоятельно и подчинять людей своему влиянию. Маятники питаются энергией людей. Например, когда начинается футбольный матч, люди, которые способны видеть тонкоматериальный мир, ну, таких на нашей Земле единицы, но они есть, наблюдая следующую картину. Над стадионом зависает объект. Шар, черный шар, размером с мяч. От него протягиваются лучи щупальца каждому болельщику и игроку. Начинается матч. Страсти накаляются. По стадиону бегут волны. И на нашей картине мы наблюдаем, как энергия перетекает по этим лучам от болельщиков к этому темному объекту. Объект начинает расти. И видно, что он не просто получает энергию. Он каким-то образом накаляет атмосферу. Он делает все для того, чтобы эмоции бушевали на полную катушку. К концу матча объект разрастается в огромное черное облако размером со стадион. Когда матч закончился, объект опять сворачивается в шар и улетает. Аналогичная вещь происходит, когда идет концерт, например, звезды шоу-бизнеса. То же самое. Возникает маятник, который питается энергией людей. Ничего страшного, в принципе, в этом нет. Ну, часть энергии люди отдают маятнику. Допустим, игрок забивает гол в свои ворота. И это решает матч не в его пользу. Представьте бурю негодования, которая обрушивается на данного игрока.
Если бы вся энергия недовольных болельщиков попала на данного игрока напрямую, он бы просто свалился замертво. Однако этого не происходит. То же самое со звездой шоу-бизнеса, которую поклонники готовы носить на руках, естественно, отдают ему все свои эмоции, всю свою энергию, признательность и восторга. Эта звезда на сцене просто должна была взлететь бы в воздух. Часть энергии, скажем так, большую часть, собирает маятник. Вообще, в любой ситуации, когда вы выражаете бурные эмоции, особенно негативные, вы отдаете энергию маятнику. Но это еще не так страшно. Страшно то, что этот объект, тонкоматериальный, не просто забирает энергию, но и делает все для того, чтобы эта энергия выделялась как можно больше. То есть он провоцирует вас на какие-то конфликтные ситуации, на выброс негативных эмоций. Он фактически управляет вашим сознанием. Он имеет доступ к вашему сознанию. Об этом говорил, насколько мне известно, еще Карл Юнг, ученик Фрейда. Он утверждал с несвойственной смелостью для той эпохи о том, что мотивацией человека по большей части определяются не внутренним каким-то содержанием, а чем-то внешним. В транссерфинге утверждается совершенно однозначно. Ученые напрасно исследуют психику человека как самостоятельный объект, как некое свойство разума. Дело не в том, как устроен разум человека, его психика, а в том, что он не свободен в своей воле. Им управляют извне. Управляет вот эта вот вторая цивилизация, цивилизация паразитов сознания. Вы можете прекрасно убедиться, как они это делают, на своем примере. Если вас что-то раздосадовало, тут же возникают все новые и новые источники раздражителя. То есть дети могут начать ходить на головах рядом с вами, если до этого они вели себя спокойно. Появляются какие-то субъекты, которые начинают приставать к вам с какими-то проблемами. Вы куда-то спешите, возникают пробки, стремитесь как можно быстрее выйти через дверь, а перед ней устраивается целая очередь ленивцев, еле передвигающих ноги. Если вы вышли из дома с плохим настроением, вряд ли у вас все будет идти ладно весь день. Вы накричали дома на своих близких, пришли на работу, там конфликт начинает продолжаться в еще большей степени. Все, что происходит, это индуцируется именно вот этими вот тонкоматериальными объектами. Они не имеют осознанного намерения, то есть нельзя сказать, что они чего-то замышляют и намеренно толкают вас на что-то. Нет. Они подобны паразитическим растениям, которые, например, как лианы, оплетают дерево и не дают ему свободно дышать, свободно развиваться. Вы, наверное, думаете, что сексом занимаетесь вы сами. Это ваши эмоции, ваши чувства.
буду вынужден вас разочаровать. Сексом занимаетесь, по большей части, не вы, а эти тонкоматериальные сущности, которые у вас вселяются. Это звучит несколько, может быть, шокирующе. Посудите сами. Вот вы сидите в офисе, мужчины и женщины. В глазах у вас тишь да гладь, все спокойно, никто на кого не бросается. Вы ведете себя как нормальные люди, уравновешенные. Совсем другое дело, когда вы сидите в интимной обстановке со своим партнером. Вдруг в ваших глазах появляется какой-то дикий, что ли, оттенок. Звериный, можно сказать. Вы чувствуете, что у вас просыпается зверь. Откуда это берется? Неужели у вас внутри сидит какая-то вторая личность, которая вдруг превращается в зверя? Или просыпаются какие-то животные инстинкты, древние? На самом деле все несколько иначе. Вы остаетесь тем же нормальным человеком, но в вас вселяется вполне реальная сущность. Поэтому вы чувствуете, что у вас просыпается зверь или там какие-то животные инстинкты. Бояться этого не следует. Ничего страшного, в принципе, в этом нет. Просто такова реальность. Сексом занимаются две сущности из тонкоматериального мира. То есть, если наблюдать картину одновременно и материальную, и нематериальную, то там происходит вот как бы тоже такое гром и молнии между этими двумя черными такими облаками, обмен энергиями и так далее. Секс закончился, сущности улетели, вы стали опять уравновешенными людьми, верно? Можно еще много приводить подобных примеров. Вы просто можете сами понаблюдать, если включите свою осознанность и попробуйте осознать, а что с вами происходит. И вы увидите, что действительно какая-то сила вселяется в вас и начинает действовать и вне, извне, как бы в народе обычно говорят, либо бес вселился, черт попутал. То есть человек, особенно когда он находится, допустим, в критических экстремальных условиях или в толпе, он начинает вести себя неадекватно, подчиняясь какой-то общей силе, которая руководит толпой. Например, почему человек, опять же, нормальный человек, который пошел на войну, превращается в зверя? Почему? Почему он совершает жуткие совершенно преступления, будучи психически здоровым, нормальным членом нашего общества? Подросток, который зверски убил, избил до смерти другого человека в стае, находясь в стае, что в него вселилось? Его родители поклянутся вам на Библии, что их сын совершенно безобидный, добрый человек. Никогда бы не подумали, что он может совершить такое. А вы не задумывались, почему фашисты во время Второй мировой войны творили такие зверства? Что немцы – это такая вот какая-то экзальтированная нация, помешанная на садистскими какими-то наклонностями?
Да вовсе нет. Немцы это веселые, добродушные люди. Но что с ними случилось, когда началась война? Так вот, есть два закона маятника. Первый закон. Маятник будет делать все от него зависящее, чтобы получить как можно больше энергии, чтобы выделялось как можно больше негативной энергии. А как это можно сделать? Сталкивая две противоположные стороны. Все конфликты, все войны, начиная от конфликтов в семье и кончая революциями и международным терроризмом, все это битвы маятников. То есть маятники возвышаются над стройкой, начиная от элементарной ячейки семьи, кончая государством. И все конфликты, которые происходят на нашей планете, мы наблюдаем, это битвы маятников между собой. Маятник, управляя структурой, над которой он возвышается, будет делать все, чтобы члены этой структуры, элементы структуры, сталкивались между собой и выделяя при этом как можно больше энергии. Второй закон маятника. Маятник будет делать все от него зависящее, чтобы удержать эту систему в равновесии от распада. То есть он будет стараться удержать конфликтующие стороны все-таки вместе. Он не позволит этой системе развалиться. На примере семьи. Практически все конфликты в семье возникают по инициативе маятников. Допустим, вы только что поженились. У вас медовый месяц, вы души не чаете друг в друге. Все эти мелочи, которые будут вас раздражать потом, сейчас не важны. Вы ничего не замечаете. Но любовь потихоньку угасает, вас захватывает быт, вы сидите друг напротив друга и начинаете замечать некоторые вещи, которые вас раздражают. Например, ваш супруг или супруга имеет какие-то привычки, которые вы никак не можете принять. Кто-то чавкает, кто-то разбрасывает повсюду свои вещи, не кладет их на место. Ну и так далее. Первый импульс, в результате которого возникает конфликт, это маленькая искорка. Маятник держит обоих членов семьи, как марионеток, за ниточки. Они связаны между собой, этими ниточками, и с маятником. Как только какая-то одна сторона задергалась, ниточка, пошел импульс. Этот импульс передается по другой ниточке, другой стороне. Кто-то выразил раздражение, противоположная сторона начинает отвечать. Так, слово за слово, возникает конфликт. Но почему вот обычно семьи, в которых эти конфликты происходят все чаще, достаточно часто, как правило, такие семьи достаточно прочные. Здесь действует как первый, так и второй закон маятника. В соответствии с первым законом маятника, он старается разогреть страсти, а чем больше конфликтов, тем крепче маятник. В то же время этот маятник, чем он крепче, тем у него больше возможностей удержать эту систему, семью, от распада. Поэтому так возникает такой парадокс.
Милые бронятся, только тешатся. Какую картину мы имеем? Оказывается, существует на нашей земле цивилизация паразитов сознания, которые потихоньку управляют нами. На самом деле, суть у реальности та же самая, что и у известного фильма «Матрица». Люди, по сути, не свободны. Они находятся под влиянием вот этих вот тонкоматериальных объектов. И они не свободны в выборе своего пути. Я возвращаюсь к первоначальной нашей теме, к свободе выбора своей киноленты. Ведь все мы люди разные, и у каждого свои пристрастия какие-то могут быть, у каждого свое предназначение. Так вот, получается страшная вещь. Мы приходим в этот мир, и нас сразу же берут в оборот вот эти темные силы. Они закрепощают нашу волю, помещают нас в ячейку системы, какой-то структуры. И эта система заставляет нас хотеть именно то, что выгодно ей. Как это происходит? Очень просто. Для того, чтобы загнать человека в ячейку матрицы, необходимо его опутать сетью зависимостей. Зависимостей в нашем мире существует целое множество. Это зависимость, прежде всего, от еды. Как вам не может это показаться странным? Более сильные зависимости от наркотических средств, от алкоголя, от табака. Есть еще также информационная зависимость. Например, появляются все новые виды информации. Появился интернет, появилась интернет-аддикция. Зависимость. Уже существует целая группа, очень большая группа людей, которые не могут комфортно существовать вне компьютера. У них начинаются сильные головные боли. Как только они возвращаются обратно в сеть, боли прекращаются. Это аналогично тому, как происходит ломка у наркоманов. То есть происходит сначала эйфория. Человеку выдан кредит энергии. Сначала он чувствует себя очень хорошо. Потом этот кредит ему приходится возвращать с процентами. Возврат происходит по такой схеме. Либо нужно принять еще, либо пытка будет продолжена. То есть у человека буквально, когда ему приходится рассчитываться за полученный кредит, к нему присоединяется маятник и начинает сосать из него энергию. Те, кто находится в похмельном состоянии или при ломке наркотической, буквально у себя ощущают, как у них, как будто в грудь им вцепился какой-то краб и не пускает, сосет энергию. Это невыносимо. Это толкает их
взять еще один кредит. Тогда они получают новую порцию энергии временно, но потом следует еще большая расплата. Так возникает сеть зависимостей. Ну, можно сказать, что на самом деле бросить курить или пить – это расплюнуть. А вот вы попробуйте прекратить есть то, что привыкли есть. Это гораздо сложнее. Может показаться странным. Какой здесь может быть кредит? Что мы получаем, собственно, какой кредит? Однако, возьмите элементарный гамбургер. Как он был произведен? Если отследить всю цепочку производства этого скромного бутерброда, какую картину мы увидим? Это комбайны, тракторы, вся эта техника, которая была произведена, начиная от винтика и кончая краской, для того, чтобы обработать поле, посеять зерно, потом собрать урожай, сделать муку, из муки испечь хлеб. Практически все наше общество вот, работает на этот скромный бутерброд. Куда девается энергия, которая была отдана людьми, свободная энергия? Я имею в виду не механическая энергия, затраченная на физическую работу, а именно свободная энергия, которую поглощают маятники. Она никуда не исчезла. Маятники забрали эту энергию, вы получили свой продукт, бутерброд. Когда вы его съели, куда подевалась вот эта энергия, которая была в него вложена? Вы получили кредит. Но его нужно отдавать. Кратковременный комфорт, то есть чувство сытости, комфорта, сменяется последствием. Тяжесть в животе, сонливость. Это первые признаки того, что вам приходится отдавать проценты. Эти проценты вы отдаете повсеместно, всегда. И чем более синтетическую пищу вы потребляете, тем больше проценты вам придется отдавать. Вы расплачиваетесь своей свободной энергией. Сравните. Бабушкин борщ, приготовленный из натуральных продуктов, и фастфуд. Натуральная пища, которая практически, вот она, природная, здесь не участвовали маятники в ее производстве, и синтетический продукт, который забирает у вас энергию. Вспомните сказку про Синдбада-морехода, когда путешественники пристали к берегу страны, где их приняли очень дружелюбно, начали угощать вкусной едой и так кормили их несколько недель до тех пор, пока, значит, наши гости не превратились в полускотов в прямом и в переносном смысле. То есть они разжирели, сознание у них затуманилось. Только Синдбад увидел, что происходит. То есть их кормили действительно наобой.
кормили такой пищей, которая затуманивает сознание. И это не сказка. Если лет 30 назад еще Америка, Европа, это были страны, которые были помешаны на беге трусцой и натуральных продуктах, сейчас это нации, которые страдают ожирением, хронической усталостью, стрессом. Что происходит? Происходит очень страшный процесс, но в незаметной, в непонятной какой-то форме. Просто люди едят фастфуд, пьют синтетические напитки. При этом они из-под воли загоняются в матрицу. Вот таким вот простым элементарным способом. Они теряют свою энергию свободную, свои жизненные силы, становятся элементами, ячейками структуры. А как должна себя вести ячейка, элемент? Будь винтиком, сиди и не рыпайся, будь как все, делай как я. И не смей думать о своей индивидуальности. Стремись к тем идеалам, которые демонстрируют тебе каждый день с экранов телевизоров. Вам не кажется, что вас кормят суррогатом, чужими идеалами, которые вам, по сути дела, чужды? Так вот, деструктивная роль маятников заключается в том, что они загоняют людей в общий строй и заставляют маршировать как единое целое. И высшей целью, к которой нужно стремиться, якобы, они провозглашают одно – выбиться в первые ряды этого строя. В первых рядах находятся те преуспевающие единицы, которых мы наблюдаем на экранах телевизоров. Для того, чтобы протолкнуться в эти первые ряды, нужно затратить колоссальную энергию. Нужно работать локтями, бороться за место под солнцем. К этому вас вынуждают, навязывая вам ложные вот эти вот ценности, идеалы. В чем заключаются истинные ценности, истинное предназначение, стезя человека? Ответ очень простой. Нужно выйти из общего строя и отправиться своим путем. Как это делается? Маятники навязывают вам совершенно прямой путь, лобовой. Вы должны протолкнуться в строю в первые ряды. На самом деле это ложь. В первые ряды попадают те, кто вышел из строя. Как это происходит? Если я выхожу из строя и отправляюсь своим путем, я создаю свой стандарт, свою религию. Любая звезда шоу-бизнеса, спорта, искусства, науки поступает так же. Она отправляется своим путем, своей стезей. А что делает строй? Дело в том, что строй начинает поворачиваться и начинает маршировать вслед за этой звездой, которая вышла из строя, которая создала свою религию. Понимаете, что происходит?
Вам не нужно бороться за место под солнцем. Вам не нужно бороться вообще. Но к чему вас вынуждает система? Она вынуждает вас бороться. Как можно противостоять маятникам? Как можно с ними совладать, справиться? Представьте себе, что вы шагаете в строю, а по бокам вас охраняют люди в черном, с дубинками. Как только вы начинаете высказывать какие-то идеи, которые не вписываются в общий строй, вас наказывают дубинкой. Как только вы делаете шаг в сторону от этого общего строя, вас опять же выдворяют обратно. Можно ли совладать с таким охранником, вот этой тенью, с которой вам приходится бороться? Совладать с ней нельзя. Вы не можете победить маятник в какой-то борьбе. Для того, чтобы обрести свободу, вы должны отказаться от своей битвы. От битвы за место под солнцем. От битвы с маятником вообще. Если вы вышли из строя намеренно и никому ничего не доказываете и ничего не защищаете, ни с кем не воюете, не бьетесь лапками в зеркало, тогда вы становитесь невидимкой. Маятники вас не видят. Они вас видят до тех пор, пока вы пылаете энергией. Энергией, которую вы выделяете, борясь за место под солнцем, работая локтями. Если вы просто спокойно выходите из строя и отправляетесь своим путем, никто вас не посмеет задержать. Если отнести все сознательное психике человека к разуму, а все подсознательное к душе, что мы получаем? Разум при рождении человека – это чистый лист бумаги. На него наносятся схемы, шаблоны, стереотипы. В процессе роста человека и его развития. Все эти схемы и стереотипы наносит социум, общество. Душа человека уходит на второй план. Ее не слышно. То есть это голос вашего сердца. Ваши предчувствия, какие-то смутные догадки. Смутные влечения. Или наоборот, неприятие чего-то. Разум человека давлеет над душой. Разум человека всецело захвачен маятниками. Поэтому человек не слышит голос своего сердца. Ему очень трудно найти свой путь, к чему действительно стремится его душа. Его мозг буквально зомбирован этими ложными ценностями, которые вещаются по всем информационным каналам. Душа и разум. Получается, будто человек разорван на две половинки. Одна половина – это что-то глубокое, другая – поверхностная. Одна идет из глубины тысячелетий, откуда-то из космоса, другая – всецело подвластно маятникам. Разум слышит только свой голос
и голос маятников. Голос души он практически не слышит. Что такое душа? Этим вопросом задавались великие мыслители на протяжении тысячелетий. Я думаю, что ответить на этот вопрос можно лишь одним способом. Если вы на мгновение попробуете остановить внутренний диалог в ваших мыслях, воцарится безмолвие вечности. Вот это безмолвие вечности и есть ответ на вопрос, что такое душа, кто я, кем я являюсь. Для того, чтобы как-то прояснить картину, давайте опять вернемся к сновидениям в пространстве вариантов. Я уже говорил, что в пространстве вариантов хранятся все сценарии и декорации нашей реальности. Это метафизический прототип нашей реальности. Там хранятся здания, улицы, машины, все материальные объекты, которые мы видим вокруг себя. Вот это и есть декорации. Сценарии – это, собственно, ход событий, который реализуется от кадра к кадру на кинопленке. Но ведь в сновидениях мы встречаем помимо декораций еще и людей. Кто они такие, эти персонажи? Каково их происхождение, откуда они там берутся? Что они там вообще делают? Если вы когда-нибудь проснетесь в сновидении, то есть осознаете, что это сон, попробуйте провести такой интересный эксперимент. Спросите у одного из персонажей или у нескольких, задайте им такой вопрос. А вы знаете, что я сейчас сплю, и вы мне снитесь? Как вы думаете, что они на это ответят? Они не смогут ничего ответить, потому что они не поймут смысл вашего вопроса. Дело вот в чем. Все эти персонажи есть не что иное, как макеты. Или, если хотите, киборги, манекены. Их отличает от вас только то, что вы обладаете осознанностью и душой. Все же эти персонажи, которых вы видите в сновидениях, у них нет души и нет осознанности. То есть они подчиняются, как зомби, тому сценарию, который записан на киноленте, и ведут себя в соответствии с этим сценарием.